Следующим альбомом, представляемым в нашем видеообзоре, будет альбом группы из Пятигорска. Группа называется Атрахора. Альбом носит название Via Combusta. Название это на латыни и означает что-то вроде «Путь гибели, сожженный путь». Чем интересна эта группа? Стиль группы на этом альбоме можно назвать как атмосферный этно-дарк-метал с использованием других стилей. Но изюминка этого релиза состоит в том, что несколько участников этого коллектива имеют греческие корни и, соответственно, этника, используемая группой в своей музыке, в своих аранжировках, греческая. Даже несколько текстов группы, помимо английского, написаны также на греческом языке. Очень атмосферная музыка, очень сильные и красочные аранжировки, такое грамотное, деликатное использование клавишных в этом стиле. Очень хорошо слушается альбом. Что можно сказать о внешнем оформлении? Альбом так же, как и предыдущий релиз, сделан в формате Digibook. Со всей необходимой информацией. Фото, лайнап группы, контакты. Необходимая информация, тексты, фотографии. Все присутствует в данном альбоме. Очень интересная работа. Я рекомендую. Это надо слушать. Это очень сложно описать словами. Честно говоря, очень интересная работа.